Всем привет! Здесь мы собираем конструктор от Lemma Toys и сегодня соберем вертолет Эдисон. В набор входит клей, наждачка, 93 детали конструктора, одна резинка и подробная инструкция. В этой инструкции вы увидите перевод всех обозначений на 16 языках. Для удобства каждая деталь в плашке пронумерована. А для таких неровностей используем наждачку. Круглые отверстия совмещаем. Обращаем внимание на расположение деталей. Thank you.
с другой стороны клеем по аналогии. Следующие детали приклеиваются ко внутренней стороне рамы и ко внешней стороне носовой части. Обращаем внимание на отличие деталей. Не переворачивайте вертолет сразу, дайте деталям просохнуть. На этом этапе нам понадобится вспомогательный инструмент. Для завода винта нам достаточно 30 оборотов. Готово! У собранной модели вращается хвостовой винт и несущий винт на резиномоторе. Чтобы посмотреть или заказать этот и другие конструкторы, переходите по ссылкам в описании. Подписывайтесь на канал и соцсети LemmaToys. Пока-пока!